Беларусь граничит с Польшей, Литвой, Латвией, Россией и Украиной. Общая протяженность наших рубежей – 2969 километров. Каждый час через пункты пропуска проходит более 2000 человек, около 600 легковых автомобилей и 200 грузовиков. Протяженность Беларуси с севера на юг – 560 километров, с запада на восток – 650. Через Беларусь идет европейский веломаршрут «Евровело». Более 60 тысяч километров связывают 42 страны. Изюминкой для туристов могут стать отрезки, проходящие по природным паркам – Беловежской и Налибокской гущам. Белорусская железная дорога – одна из основных транспортных артерий страны. Ежегодно железнодорожный транспорт перевозит более 140 миллионов тонн грузов и 90 миллионов пассажиров. Первый железнодорожный вокзал открыли в Гродно более 150 лет назад. С февраля 2017 года в Беларуси введен безвизовый въезд для граждан 80 стран, которые прибывают через национальный аэропорт. Виза не нужна и тем туристам, которые приезжают к нам наземным транспортом, чтобы посетить Беловежскую пущу и Августовский канал. Откройте Беларусь для себя.